Всем привет! И снова с вами я, Светлана Ата. В этом видео я вас научу. А чему научу? Смотрите сами. Ну что, способ номер один. Начинаем! Для того, чтобы вскипятить воду, понадобится зажигалка, холодная вода, посуда для кипячения жидкости и, конечно, газ. Наливаем, поджигаем, ожидаем. Вода закипает. Это способ номер один. Способ номер два. Вам понадобится холодная вода, чайник пустой и мои руки. Заливаем. Подключаем. Ожидаем. И, конечно, электричество. Надеюсь, вам понравились мои методы кипячения воды в домашних условиях. Применяйте их в жизни, друзья мои. Посмотрели? Научились, как воду кипятить? Вы, наверное, думаете, что я больная, дурная, мне не хватает. Думайте так, потому что я не могла по-другому до вас достучаться. Я создавала красивое видео, я рассказывала о свой красивый золотой бизнес. И что в итоге? А комментарии вообще вы не хотите даже писать мне что-нибудь? Так вот, сегодня я решила удивить вас. Сделала какую-то гульку себе на голове, вот только накрасила помаду. В обычном домашнем виде, в домашнем платье. И может, вам нравится такое меня видеть? И вы хотите видеть от меня такие видео, смешные, дурацкие. В следующий раз я вас удивлю, как надо мыть стены, как пылесосить. Может, тогда вы обратите на меня внимание. Друзья мои, я здесь. Если вы хотите, чтобы я вас так дурила, то подписывайтесь на меня. И будем с вами развлекаться. Кстати, я думала уже, чем же вас таким удивить? Ну как обратить на себя внимание? И вот, может быть, вспомнила, лет 5 назад я в интернете прочитала историю наподобие этой, которая около 1 000 000 просмотров она взяла на каналах YouTube. 1 000 000 за то какую-то вот мелочь, я не помню, что было, как чай приготовить или что. Так что, друзья, не смейтесь, но если хотите, смейтесь. Я была вынуждена снять это видео, чтобы немножко рассмешить вас и взбодрить. Пока-пока. С вами была Светлана Ата.